В начале лета в Московской области стартовал новый проект «Завтрак в Подмосковье». К нему присоединились 140 заведений общественного питания, два из них в городском округе Люберцы. Как реализуется проект в ресторане «Поль Бейкери», расскажет Богдан Колесников. Доброе утро. Рады вас приветствовать в нашем заведении. Спасибо. Пожалуйста, меню. У нас есть специальное предложение «Завтрак в Подмосковье». Пожалуйста, ознакомьтесь, выберите. Спасибо. В состав меню «Завтрака в Подмосковье» в ресторане «Поль Бейкери» входят 4 наименования блюд. Сырники с малиной и сметаной, драники, омлет с лососем и шпинатом, ленивые вареники и на выбор напиток – кофе или чай. Валерий, у нас новый заказ. Омлет с лососем и шпинатом, пожалуйста. Заказ принят в работе. Ждать заказ долго не пришлось. 5 минут – и все готово. Ну вот я попробовала омлетик вот со шпинатом. Ну такая прелесть. Вкуснятина. Нежно-нежно. Приготовлено. Ой, честно сказать, у меня даже дома так не получается. Так вкусно. С любовью приготовлено. Алина Овсянникова тоже пришла в этот ресторан впервые. О проекте «Завтрак в Подмосковье» узнала от знакомых. Я пришла сюда первый раз. Я заказала блюдо «Ленивые вареники». И хочу сказать, что это очень вкусно. Огромное спасибо поварам. Буду приходить сюда со своими друзьями. Ресторан «Поль Бейкери» открылся на Касимовском шоссе 12 лет назад. Здесь часто радуют посетителей новыми акциями и предложениями. К проекту «Завтрак в Подмосковье» заведение присоединилось в начале июня. Мы вообще всегда открыты ко всему новому. Нам показался проект очень интересным и перспективным. Интересным будет для наших гостей. Здесь каждый человек найдет для себя, что попробовать и чем порадовать утром себя и свою семью. Все лето будет действовать специальное меню завтраков. И мы ждем всех гостей, наших постоянных и тех, кто у нас еще не был. Всегда наши двери открыты каждый день. Меню «Завтрака в Подмосковье» в ресторане «Поль Бейкери» действует по будням с 10 до 13 часов, выходные с 10 до 15. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.